Источник жизни. Вода высшей категории. На каждый день. Всем привет! С вами проект «За порогом». Меня зовут Андрей Кузьмин. Мы продолжаем путешествие по странам Закавказья. Позади у нас осталась Армения. И сейчас мы приехали в Грузию, точнее, к ее южным границам, в республику Аджария. Вот за этой горой, уже буквально за поворотом, находится Турция. Но, как в песне поется, не нужен нам берег турецкий. Мы путешествуем по Грузии. Присоединяйтесь. Если вы смотрели наши предыдущие выпуски, то уже немного имеете представление об этой стране. Но в начале путешествия нам немного не повезло с погодой. А сейчас, после возвращения из Армении, на Черноморское побережье Кавказа окончательно пришло жаркое лето, и палящее солнце висит в зените прямо над головой. Не мудрено, ведь мы в одной из самых южных областей Грузии, республике Аджария. Среди других регионов этой страны ее выгодно отличает наличие прекрасного теплого Черного моря, на берегу которого находится столица Аджарии – город Батуми. Сегодняшний Батуми – это самый настоящий город контрастов. Если верить информации застройщиков, через 4 года здесь будет город-сад. Но пока это время не наступило, мы можем наблюдать такое интересное соседство. Вот рядом с современными зданиями находится такое тяжелое наследие советской эпохи. И тем не менее, Батуми – это красивый курортный город с огромной благоустроенной набережной, прекрасной архитектурой, крупным морским портом и большим количеством оригинальных памятников разных времен. В 21 веке в Батуми даже начали строить небоскребы. Между прочим, самое высокое здание не только Грузии, но и на всем Кавказе находится не в Тбилиси, а именно в Батуми. Это сооружение, немного напоминающее нью-йоркский Empire State Building, изначально строилось как технологический институт, но до конечной реализации проект так и не дошел, и дальнейшая судьба небоскреба пока остается неясной. Другой знаковый символ Аджарии, по форме напоминающая спираль ДНК высотой 135 метров, так называемая башня грузинского алфавита, в котором, кстати, так же, как и в русском, 33 буквы. Но больше всего туристов привлекает скромная по меркам гигантизма 25-метровая башня Чача Тауэр. И даже не столько сама башня, сколько фонтан у ее основания, разливающий крепкий грузинский напиток. Нет-нет, конечно же, не чача льется такой струей в бассейн, а обычная вода. Говорят, бывают случаи, что некоторые граждане по незнанию иногда прикладываются к мутной жидкости, бьющей из трубы, и получают в лучшем случае разочарование, а в худшем – кишечную инфекцию. Настоящая же чача подается в течение всего 15 минут в неделю, да и то в вечернее время. Счастливцы, оказавшиеся в нужном месте в нужное время, приходят сюда со стаканчиками и, поднося их к окошку внутри хромированной трубы, получают порцию хмельного напитка из разливочного автомата, снабженного специальными сенсорами. Нам же было вовсе не до чача, поскольку передвигались мы на автомобиле, которого чуть было и не лишились за осмотром местных достопримечательностей. Не успели мы отойти буквально на несколько минут, как прилетели резвые парни на эвакуаторе, и когда я подбежал к машине, она уже была полностью готова к погрузке. Включив весь имеющийся потенциал красноречия, дипломатии, дара убеждения и давления на жалость, а также продемонстрировав журналистское удостоверение, мне все-таки удалось растопить сердца суровых грузинских эвакуаторщиков. И стальные вериги с колес верного дастера были сняты. Чтобы совсем не терять лицо, представители правопорядка выписали штраф в размере 10 лари, то есть чуть больше 300 рублей, и сами же посоветовали его не оплачивать. Вот так вот. По-настоящему гостеприимная страна остается такой даже в пенитенциарных аспектах. Ну а мы стали повнимательнее относиться к местам для парковки автомобиля. Мы
по отличной дороге вдоль побережья, мы выдвинулись в сторону другого крупного портового города – Поти. Осмотрели руины одной из старейших на территории Грузии крепостей – Петры, откуда открывается превосходный вид на всю грузинскую часть Черноморского побережья. Быстро проехали через область Гурия, и к вечеру мы были уже в граничащем с Абхазией регионе Самегрелу, или по-другому Мегрелии. Тут важно упомянуть об одной очень интересной особенности туристической инфраструктуры в Грузии. В любом, даже не самом большом населенном пункте Грузии, который активно посещается туристами, можно найти вот такой туристско-информационный центр. Здесь абсолютно любому желающему совершенно бесплатно предоставляют достаточно большое количество совершенно различной информации, очень хорошего качества буклеты на разных языках, на грузинском, на английском и даже на русском. Вот уж чему нам точно стоит поучиться, так это оказанием услуг в сфере туризма. Вместо разговоров о необходимости развивать внутренний туризм и участие в непонятных презентациях своего региона, здесь предприняли реальные шаги, помогающие гостям лучше узнать и понять страну, и обеспечили приезжих всем необходимым сервисом, услугами и информацией. Помимо полиграфической продукции, здесь можно заказать экскурсию, авиа- или железнодорожные билеты, забронировать место в отеле и приобрести сим-карту местного оператора связи. Опять же, абсолютно бесплатно. Еще мне очень понравилось, как в Грузии организована деятельность природных парков. Везде проложены хорошие пешеходные тропы, экскурсионные маршруты оборудованы информативными стендами с подробным описанием на трех языках – грузинском, английском и русском. В визит-центрах можно найти бесплатные буклеты с фотографиями, картами и описанием, а инспекторы парка, одетые в красивую форму, называют себя на американский манер не иначе как рейнджеры. Никакая плата при этом за посещение парка не взимается, если только вы не пользуетесь какими-либо дополнительными услугами, вроде переправы через реку. За долгие годы путешествий я повидал много способов переправ через реки, но переправа через реку Чаквитхали в природном парке Мтирала, пожалуй, одна из самых оригинальных. Вооружившись подробными картами страны, мы выехали в Мартвильский район, богатый природными достопримечательностями, такими как каньоны Акаци, Мартвили и 100-метровый водопад Кимчха.
Каньон Мартвили, если верить путеводителям, одно из самых красивых мест в Грузии. Ну, собственно говоря, так оно на самом деле и есть. Сейчас каньон закрыт, потому что ведутся работы по благоустройству территории, делают дорожки, мосты, смотровые площадки, и туристов временно не пускают. Но для нас, понятное дело, сделали исключение. И, конечно же, путешествуя по Грузии, нельзя не заглянуть в самый высокогорный район – Сванетию. Дорога проходит по живописнейшему серпантину. Местами прямо над пропастью, обрывающейся то в изумрудные воды водохранилища на реке Ингури, то в бурные пенящиеся валы самой реки, а иногда под нависающими камнепадоопасными скалами. В общем, почти 100 километров пути приятно щекочут нервы, особенно когда двигаешься в темное время суток, чего я делать категорически не рекомендую. Белоснежные горные вершины, окружающие столицу Сванетии Местия, почти все превышают отметку в 4, а то и 5 тысяч метров. А возглавляет эту потрясающую панораму двуглавая красавица Ужба, не раз мелькавшая в кадрах всем известного фильма «Вертикаль». Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Несколько начальных сцен из фильма снято здесь, в Местии. А вот по ту сторону этих вершин находятся наши родные Преэльбрусия, где в основном и снималась «Вертикаль», Чегемское ущелье, а чуть подальше ущелье Безинги. В окружении древних сторожевых сванских башен выросло не одно поколение людей, прославивших историю альпинизма. Жители Сванетии, сваны, во все времена были прекрасными горовосходителями. Такие фамилии, как Хергиани и Кахиани, знает любой человек, который хоть немного интересовался историей альпинизма. Ну и самая центральная знаковая фигура – это, конечно же, великий тигр скал Михаил Хергиани, трагически погибший в 69 году в Италии. В столице Сванетии, Местии, работает его дом-музей, где собрано большое количество очень интересных вещей. Михаил Хергиани был сыном одного из первых альпинистов Сванетии – Виссариона Хергиани. Человек, рожденный в горах, по определению не может быть плохим восходителем, но Хергиани был альпинистом от Бога. Это признают и его современники, и нынешняя занимающаяся альпинизмом молодежь. Один из сильнейших скалолазов мира получил от английских коллег прозвище «Тигр скал». Под этим именем он и вошел в историю, и ушел в вечность. Список наград и достижений Михаила Хергиани таков, что его можно было бы озвучивать всю передачу, и он был бы намного больше, если бы не камнепад на стене пика Суальта в Доломитовых Альпах, оборвавший жизнь спортсмена на трагической для многих отметке в 37 лет. Сегодня память о великом альпинисте хранят два его племянника, которые организовали вместе дом-музей Михаила Хергиани.
Однако горы – это не только романтика, шедевральные виды и чистый воздух. Они имеют страшную разрушительную силу. И каждый, кто хоть раз побывал в горах, мог в этом убедиться. Вот и в наше путешествие внезапно вмешались силы необузданных стихийных процессов, изменившие наш маршрут. Находясь в Сванетти, мы узнали, что мощным паводковым потоком реки Терек смыло большой участок дороги у погранперехода Верхний Ларс, который является единственным открытым переходом между Россией и Грузией. В итоге возвращаться домой нам пришлось через территорию Азербайджана, сделав незапланированный крюк примерно 800 километров, пройти дважды лишнюю границу и отвечать на каверзные вопросы азербайджанских пограничников, типа «А что вы делали на территории Армении?». Но все же всеми правдами, а иногда даже неправдами, нам удалось транзитом пройти эту страну, где больше всего мне запомнились только идеальные дороги. За 4 часа пройти границу с Россией и на второй день пути добраться-таки до великой и родной русской реки Волги, откуда до дома было уже рукой подать. Ну вот, друзья, несмотря на все приключения, наша поездка подходит к логическому завершению. Мы наконец-то на родине. За спиной у нас 3 страны, и каждая по-своему интересна. И вам хочется пожелать поменьше сидеть дома, побольше путешествовать, ведь самое интересное ждет нас за порогом. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok